Очередной батл, четвертый теперь уже, завершающий. И тут будет все серьезное. Игорь Иванов против Артема Пинкрада. Посмотрим. Представься, пожалуйста. Меня зовут Пинкрад Артем. Сколько лет катаешь? 5 лет. Твой любимый трюк? Флэр. Когда ты его научился? 2 года назад. Сейчас ты уже делаешь, там, насколько я знаю, флэр 900, да? 520. 540. Окей, отлично, отлично. Кем будет интересно как раз побороться? Участники все очень сильные, у каждого есть свой стиль, свои трюки. Но интересно будет, наверное, с Алекс Шоу побороться. Спасибо тебе, Артем, что ты участвуешь. Спасибо, что составил компанию. Я думаю, будет интересно. Скажи, что ты остался. Представьте, пожалуйста. Я Иванов Игорь Вячеславович, 22.06.2007. Сколько лет ты катаешь? 5. Окей, почему ты выбираешь стрит? Объясни, почему вот вы там так любите стритушечка, ведь парк это полеты, это всякие там вау-эффект, девчонки. А стрит это грязь, это там таскаешься по спотам. Стрит это стрит, большие доски, лица, перилы, а парк это на коленях и шлю. Это неудобно. Но летать можно и в стрит. Спасибо, отлично. Я тоже стрит выбираю, тоже со стрита начинал. Что скажешь про райдеров, участников? Интересные у нас собрались участники. Будет на что посмотреть? Хороший, конечно. Алекс не оставит никому шансов. Не, ну, мне кажется, перешли. Все-таки Game of Scoot такая история, когда есть может, шанс. Ну да, конечно. Есть шанс, но... Будто бы все-таки Алекс лучше всех. Ну посмотрим, посмотрим. Будет интересно, если Алекс все-таки не победит. Это будет интрига. Окей, ладно, спасибо тебе. Можно забанить один трюк и одну фигуру. Спайн и флэйр. Баню вот эту вот перилу. Это вверх или как это? Овер свои фифти. Скидываемся. Окей. Я катаю трех и три бара через фан. Ну что? 2 бара есть. Ну что ж, у нас есть первый минус, и его получает Игорь Гадай. Бордслайд, но по 3 минуса. Да, хэндплэм бордист. Ой-ой-ой. 2-0, 2 минуса у Игоря, Артем ведет. Фейки фибзер, оба фуллкап вниз. Ну что, Артем заказал мощный трюк в стрите, хотя он парковый райдер, но он забыл, что он сам же забанил эту перилу, поэтому надо доказывать что-то другое. Бар на лип, на лок, на оба трех. Счет становится 3-0. Ну, Игорь, давай, нажми уже. Over front 50 на дабл бар вниз. Все. Бар на 50, на бар на хилл добили вниз. Фронт 50, на ванетче дабл бар. Просто какая-то магия Артема. Игорь не может заказать то, что обычно делает первый. Когда я трех фулл вип через фан. 3-0. Ну что, Игорь, заказывай. Овер фронт 50, ротор вип. Когда я то же самое, трех флудип через фан. Игорь разводит руками и говорит, нет, четвертый минус, Стеф, четвертый. Овер фан фит, подачи вип. Беру экстра шанс. А он берет экстра. Тимур сомневался, но Игорь говорит, нормально считается. Зачет. Ну серьезно, круто же, а? Когда бар на 50, на бар хилл приберили. Over front 50 на ротор. Фип на фронборд на хилл вниз. Две попытки использованы, но у него есть экстра и еще крайняя попытка. Овер фронт 50 на фингер.
ставлю дабл бар на оба, ну, на бартист через фон. Дабл бар на бартист. Ну, Артём мог, конечно, заказать какой-нибудь там бэкфлипчик с барспинами и тейл-випами, но Артём, поступая благородно, дает возможность Игорю сделать то, что он может сделать. Мы очень болели за Игоря, классный парень. Сегодняшняя игра. Понравилась? Была интрига? Ну что, Игорь, что случилось? Почему не пошли трюки? Я всю неделю катался на доске 5.9, на узкой доске катышком. Это с непривычки, да? Не пошло, да, с непривычки. Сейчас завершающий Артём, участник полуфинала. Немножко про остальных. Вот что думаешь, там Алекс Шоу, там кто там? Мне кажется, Алекс Шоу нечего переживать. Мне кажется, очевидно, что можно спокойно взять и выиграть. Все очень стабильно катается. Но главное не волноваться, все. Но чуть-чуть подготовиться. Игорь, спасибо тебе. Было красиво. Жалею, что получилось то, что хотелось. Увидимся, Артём. И ждем вас всех.